Первые дни Нового года и первые спортивные достижения. Казахстанский лыжник Алексей Полторанин стал победителем масс-старта на тур-де-ски в швейцарском Ленцерхайде. Он пришел первым, проехав 15 километров за 34 минуты 28,1 секунды. Эта победа подняла казахстанца на 4-е место в турнире и 2-е в общем зачете Кубка мира. Первый в таблице мирового состязания пока норвежец Мартин Йонсрут Сундбю. Для Полторанина победа на этапе тур-де-ски является первой в сезоне. И по словам спортсмена, такой результат дает ему уверенность в подготовке к зимним Олимпийским играм в Сочи. Сегодня была очень тяжелая гонка. Мои соперники были очень быстрыми, но все-таки я оказался быстрее. Я очень доволен этим своим выступлением.